ваше здоровье. Привет, мы сейчас находимся на Затоне, снимаем очередной репортаж о качестве воды. Сейчас наглядно мы проверим в трех точках Краснодара, насколько действительно эта вода, которая плавает в Кубани, она опасна, она заразна, в ней вообще можно купаться или нет. Это мы легко проверим. Сейчас мы катаемся на досках. Прогреваем по технологии. В путь. Обратите внимание, она прозрачная. Вот такой след после проезда на САПе. Выплываем с Затона в Кубань. Здесь уже чувствуется течение. Мы видим уже канализационные стоки. Вот он, четвертый канализационный сток посередине. Здесь уже вода похуже. Здесь самый известный канализационный грязный сток, где мужики ловят рыбу у моста. Именно отсюда заливают воду из Кубани для поливки растений, сразу после водостока. Ну и, соответственно, вот травку поливают. На долгострой работа кипит. Без стоков в районе Океа здесь никак. Вот она, будущая набережная за много-много миллиардов рублей. Ступеньки юбилейного и парк. Красоты зелени, берега. Это уже парк с охраном, зона отдыха рыбаков, зона отдыха детей и родителей. И вот мы собираем последнюю третью пробу на пляже в Юбилейном. Садичка теплая. Одно из самых красивых мест Краснодара, городской пляж Старая Кубань. Зона семейного отдыха с беседками и купанием. Здесь набираем образец номер 4. Мы сейчас едем по дну ямы, где через 10 лет будет жить 100 тысяч человек. Вот мы находимся на официальном краснодарском пляже, где также спокойно плещется водичка. Вон там вот дамба. Ну а здесь купаются люди. Пляж достаточно длинный. Вот здесь вот купаются. Вон вдалеке виднеется дамба. Под ногами здесь плавает... Точно не похоже на глину. А так внутри там ил. Да я причем, когда я наступаю, тут пузырьки поднимаются воздуха. И для чистоты эксперимента мы здесь набираем воду, чтобы понять, с чего все начинается. Она более или менее прозрачная. Лежит достаточно красиво, и нормально дорога идет сюда. Мелкий мусор, но это поправимо. Надпись «Едадой» вон там. А сейчас мы везем все на проверку. УКБ, ТКБ, калифаги и нитраты. И все. Прошло несколько дней. Так, вот у нас счет. Сумма у нас 11500 рублей. Это за 5 проб по 400-600 рублей за пробу. На каждую уходило... По 5. Проба 1. Плохая. Плохая вообще. Невозможно купаться, невозможно. Ну, анализ плохой, конечно. Все хорошо. Проба 2, еще хуже. Да. Купаться невозможно, пить тоже невозможно. Тем более пить невозможно. Проба 3. Купаться невозможно. Вода очень плохая. Проба 4. Вода более или менее хорошая. Купаться можно. Ну это ж пруд, пить как ее. Если заглотнем. Ваше здоровье. Ничего не будет. Проба номер 5. Да, такая же, как и 4. То есть, вода хорошая, купаться можно, а если заглотну и выпью, все норм. Одна в литре. Вот 631 бактерия, да, в литре. Вот, проба 1. 100 миллилитров даже. А здесь вон наш... В пробе номер 2 десятки тысяч бактерий. Таким образом видно, что в истоках реки вся вода идет чистая. Она грязная только... когда идет через Краснодар. Поэтому купайтесь. Купайтесь именно там.
ваше здоровье. Сейчас мы доказали, что у нас есть шикарное место. Старая Кубань, которая находится рядом с ТЭЦ. Где можно очень хорошо провести время с семьей, с друзьями. Здесь тепло, красиво, чисто. Здесь главное, чисто. Вы можете здесь отдыхать. Вы должны здесь отдыхать. И не надо ехать через эти пробки на моря. Когда у нас есть здесь все рядышком. Бери и пользуйся.